Я не мог не показать вам осенний наш город. Было бы, конечно, с моей стороны не очень красиво. Я ежегодно делаю такой маленький отчет по поводу нашей осени. И хочу сказать, что если вот 2 недели будут такие красивые и не холодные, то будет все очень хорошо. Был я только что в энергосбыте. Сдал я отчет, который требует от нас. Ну, что мне вам хочу сказать? Много говорить не буду. Вы сами прекрасно видите, что город наш стал немножко дорогшим. Вот хотят в этом году, они приняли интересную такую, ну, проголосовали такую поправку и хотят потихонечку избавляться от старых насаждений и вместо них строить, вернее, садить новые. Но вот оборудовали уже площадочку, сейчас тут машины, целая автостоянка, потому что все больше и больше в городе у нас машины в город везут целыми партиями, потому что у нас можно 15 лет примерно такой вот период машину ставить на учет. То есть если сейчас 17 год, то это будет 2002 год, 2000, то есть в принципе, можно достаточно неплохую машину принять. Так. Вот. Еще такое маленькое и интересное, возможно, будет нововведение в городе. Значит, я думаю, что значит, по поводу хотят закрыть мусорные баки в многоэтажках и вместо них установить такие, ну, большие баки, в которых будет где-то они будут уходить под землю и, ну, там будут отходы. Ну, как это будет, я еще пока сам не знаю. Пока это все в проектах. Говорят, что администратор наш рассказывал, что уж очень много крыс бегает по городу. Ну, не знаю. Я лично тоже сам видел. Вот. У моего одноклассника вообще крыса живет прям в его подъезде. Она с этажа на этаж ходит, как ни в чем не бывало. Так, ну, подошли мы к Оптовому. Дело в том, что я вот уже ходил той дорогой, если вы помните. Да-да-да, на улицу Коммунистическую, и там вам рассказывал много чего. Показывал наши такие маленькие места, где можно в городе пройти.
Так, пойдемте. Через дорогу, через пешеход. Так, вы знаете, давайте так срежем немножечко угол. Это, в принципе, оптовый рынок, но он как бы не оптовый, он стандартный рынок. Тут все у нас по тем же самым ценам. Значит, я пойду через этот центральный дворик. Вот, смотрите, сколько в городе машин. Достаточно есть, чтобы посмотреть в городе. Хотя мне все это напоминает какую-то свалку. Сейчас я должен машину пропустить. Вот, машина едет. Вот. Пойдемте, тут котельная. Тут очень, кстати, хорошо у нас в городе. Отопление поступает очень быстро. В центре и это точно очень быстро все обогревается. Это улица Гагарина, чтобы не делать моей стороны дополнительных каких бы либо ляпов, как я сделал тут недавно. От улицы Полоза сказал, что это улица называется Панфилова. Ну, я уже когда это все опубликовал, уже не стал по-новому все делать, перезаливать, потому что у меня пошли эти танцы. У нас тут целый фестиваль был. Я их вот 9 часов сидел, смотрел эти танцы. Ну, барахолки ничем не удивишь, как бы. Ну, улицу Советскую уже я показывал мне однократно. Я думаю, на этом все. Делаем паузу. В общем, до встречи. Сегодня на 12 октября 2017 год, город Бендеры.